какая залупа. Согласен. Ой, сразу с тросточки пропускает. Так, спаечки. Чуть подлагнул. О, оптималочка 2D2. 2D2. Есть. Это Rising Star, да? Это Rising Star же. Хорошо, есть заклад. Rising Star, восходящая звезда. Восходящая звезда, господи. Остался что-то нажать. И фулочка. И фулочка читал брейкэвэй, видимо, так, D3, 1-2. Ой, паниш. Хорошо. Запанишил. Ой, неудачный, убил. Очень неудачный перекат. Тот момент в том, что Скулман пропустил D1 в хит, и, соответственно, да, ты можешь зачисто блочить восходящую звезду. При этом она не будет усилена. То есть не будет усиления. И все, его он его просто убил. Да? Ой, хороший, да, чистый блок. Чистый блок. Хорошо. Так. Хорошо, сейчас очень... ушел. Ой-ой-ой, есть... так. Ой, ну ты же попал в хит, почему? Где конферм? Хороший конферм. Так, D1, да, 1. Сейчас хороший был конферм. Паниша нету. Так. Хороший антиэр. Ой, умничка какой. Молодец. И здесь микродак также... на лейке. Да, и наказание соответственно. Ой, контратака, да, это была контратака. Хорошо. Но опять в углу сжигать надо, сжигать надо. Ой, и... не надо. Это не говорил. Вот почему, когда я говорю что-то хорошее, оно случается, когда Нубич говорит что-то плохое, оно тоже случается, ай? Так задумано. Не, я главное там говорю, вот, нужно вот это сделать, да сейчас камбэк будет, и все, и камбэк случается. О, давай жми из ворот жмет тут. Ну, случайно, не случайно, возможно, не знаю. Жми, говорит, из ворот просто. Ой, я вижу у него метр вот тютя в тютю, я предполагаю, что он сейчас нажмет. Ну, но Скулман против... прочитал, сделал коробочку. Да, да. И все. Нет, против Джокера лучше не нужно эти из ворот и тратить. Пусть они в защите будут, потому что там и так мало хп у тебя, да? Тут ты еще просираешь все защитные метры, и тебя просто могут зачиповать и уничтожить. Поэтому это дело такое. Другое дело, когда у тебя там больше половины лайфлида, половины лайф... Ну, да. Да, это, да, тогда еще можно как-то рискнуть, там сжечь. Шел но не когда у тебя милипусечка остается, и ты такой сжигаешь и пиздюлей выхватываешь. Факту. Ну, не знаю, он остается на Джоне, не репикает. Да. Тяжело, тяжело будет. Матч за вылет, надо стараться. Паша одел белое, чтобы скрыть свою черную душу. Да, темная душа, так. Темная сторона. Ой, бросочек не угадывает сторону. Хорошо, но тем не менее... Трейд проджектайлами, ага. Да. Давай, зачел, соберись. Ну вот, сейчас будет ёбка коробками. Ой, да, хорошо, да, так вышел смело, на самом деле, с бросочком. Ой, вскрыл все-таки. Пропустил. Фейкап джебы. Хорошо. Техи богов. Ой, есть хороший ноги. Вид, а паниш, я говорила про ноги Джонни Кейджа. Сейчас главное... Так. И есть джеб. Хорошо. Он залез. Умер. Ой, ну нет, 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 на КБ нарывается и опять. Просто, я ничего не говорил, я ничего не говорил. Это было читаю. Рискнул сейчас и поплатился за это, но зато как стартанул, как он сейчас этот раунд отыгрывал, да, просто. Да, и как он его проиграл. Это очень обидно было. Ну, бывает, ничего. А все-таки это турнир, на кону большие деньги стоят, да, и нервы. Ой-ой-ой. Забивает все-таки Скулман в углу. Ну, нужно за челу что-то не думать. Не пубешит? Давай, камбэч! Ой, есть. Отменка. Есть отмена. Не оптималс, конечно, но... Но, тем не менее... Но, тем не менее, это что много. Что? 4... D2 на вейке. Да. Мама, что ты делаешь? Так. Рвёт. Когда захват, и просто много подходит. Ой, очень опасно. Коленочка. Я вот это сильно. Это сильно было. Хороший камбэк был, просто, ой.
Хотел, видимо, заашить, но не рискнул нажать, просто встал такой. Есть прыжок. Пытался, он, видимо, пытался запбшить, но пропустил напрыгу. Да, ну потому что не сразу напрыгнул. Наказание за ролл, хорошо, хорошо. 2-2-4-4. Так, D4. Зачел, наконец-то хорошо взяла... протыкивает его на самом деле. Да, 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 хорошо. Есть. Просто подкат слайда. Не рвет. Не в ту сторону. Угу. И просто джебы в наглую. 1-1. Красиво, красиво. Очень сейчас красиво. Хорошо, считай, отменился, нанес дамаг, еще D2 в изворот зашел. Плюс еще дальше вскрыл, наказал и просто, да. И просто почти забрал линкс. Бой. Почти линкс, хорошо. На заметку. Ну, ребят, я просила камбэк, камбэк случился. Да, я как раз ничего не говорил, все правильно. Да, ну все, все ровненько. Зачел сейчас, кстати, ну, прям в полной мере проявил себя, да? Максимум. Максимум. Точнее, просто... мы узнаем, максимум ли это было его возможности или нет. Угу. Но то, что он проявил себя, то, что вот просто как танк попёр, и все получилось. И, ну, не попадал на вот эти вот, на вот эту трость. То есть он немножечко так отходил назад, ждал и наказывал, собственно, ногами своими. Ну, не своими. Ну, учитывая, да, что у Джонни большинство атак высокие, и вот так вот врываться из угла с броском. Это вообще мощно было. Да, у пацанчика яйца опухшие просто, я не знаю, как он так играет. Но тем не менее. Так, чекай. Бросочек. Сейчас Пулман и делает бросок. Хорошо. Ой-ой-ой, что это за... Да, неудачный изворот. Ой-ой-ой, грязь я какая-то думаю, была. Что, да, что все-таки это изворот мистик. Матч был лишний. Но ничего. Ну, отправляет просто в угол сейчас. И... Да, два не заходит, есть наказание. Да, Оптимус, есть отмена. Оптимус. И D2 в изворот. 492 дамага, ребята. Пытался нажать, да, но там 11-фреймовый мид. В итогу, да. По итогу он сжег свой камбэк потенциал. Угу. Пустоту. Это очень неприятно. Да. Угу. Так, полез после поки зачем-то. Ну как в пустоту? Пел. Он показал очень хорошую камбу, хорошую отмену. По крайней мере, ну, после да, отмены смог закомбить и... Да. Ой, перчатки в нейтраль. Панишь? Нет. Нет, панишь. И запас. Хорошо. Ладно. Так. Загнал в угол. Опять меняется. Да, что ж такое-то? Они друг друга любят зажимать. Он будет душить коробками. Да. D4 коробка. Да, конечно. Еще. Вовремя в блок сейчас ушел зачел. Ой, паниш? Нет. Да, что такое было? Это было очень странно, но ладненько. Хорошо. Имеет место быть. Сейчас поймал просто в воздухе. Да, один Rising Star. Угу. Нормально. Хорошо. Ой, хорошо, получил, но... Нет, но не наказал. И, ну, конечно, это смерть, да. Ох, 2-1. Вообще были моменты вот в углу, когда коробочка... Надо вставать, и возможно, может быть, Джонни вперед 2 панишит. Один из кадров. Да. Думаю, может быть. Ну, очень потно, на самом деле, ребята, прям да. Продуху. В углу так хорошо разогнался, и вот он понадеялся на тот момент, что серия его минус 2, он пытался, он нажал 2-4-4 минус 2 и пытался еще раз нажать 2-4-4. Но да. У Джокера быстрый мид, и, соответственно, он был наказан за это. Угу. Вот это ребята выдают, конечно. Постоянные ПБ коробки, только ниндзя во всем мире может. Ну не знаю. Может быть и не только, мы ж не знаем всех игроков в МК. Поэтому. Витамин С, так. А, у него вариация сменилась. А, получается, отвянь. То есть он заменил. Ага. Но, насколько я знаю, шары
вифают по Джокеру. Да, да, то да. есть прессинга тут не будет. Но он поставил армор брейк. И да, потенциально есть. Повыше по урону, unbreakable урон. То есть от Виани это достаточно очень хороший спецприем. Ну, также сохранились и очочи, поэтому я думаю, да, что будет интересно. Да. 4 коробочки. Даже это если... неприятный трейд, потому что коробка очень дофига наносит. Да. То есть ты даешь там поку 20 ему, а он тебе коробку на 80 или 70, где-то так она отнимает. Угу. Ну, тут уже Скулман пошел в атаку, да, нанес. И за ворот есть наказание. Ну, не такой, конечно, паниш, но... Ну, какое есть, хорошо, молодец. Ну, тем не менее, хотя бы так. Ой. Среагировал уже хорошо, как говорится. Так, опять захват в угол. О, чудо-техи какие-то. Интересные, конечно, были. Ну, а тем временем матч-поинт для Скулмана. Так, давай, зачел, покажи нам, мы хотим еще на тебя посмотреть. Разик, что это за захват сейчас был просто? Так, еще коробочка. Коробочка. Захват. О, вот это вообще самая такая любимая теха. Коробку кинул, пока летит, бежишь. Да, да. Так. О-о-о! Ну, видимо, хотел... Ой. Я всегда, когда так делаю, говорю, что хотел Rising Star, как бы. А, ну, да. Окей. Тоже неплохо. Так, бросочек не рвет. Угу. Ну, здесь просто напряжение, лайфлит... практически. Ой, поровну, защемился, открывается. Скрыл. Так, я молчу насчет брейковые. Все, он умер. Он умер, потому что он коробку пропустил вот эту, она очень много. Ууу, вкусно. Ууу, что это за токсик у нас? Это тибэк, тибэк. Ой, ужас какой. Это, наверное, за некто, потому что зачел за тибэгал некто. А Скулман, возможно, братки отомстил. Да, вот, видишь, за Артурчика пишет. Все правильно. А, месть совершена. Ну, понятно, все с вами. Я одобряю. Да. Смотрите сами. Самое главное, я одобряю, да? Остальное не важно. Окей, окей.